Всем привет! Вы на канале Товар из Китая, и меня зовут Вячеслав. Вчера пришла ко мне посылка, это новинка, смартфон Poco M5. Да-да, друзья, это M5, не путайте с M5S. Снова приходят посылки с Китая. Давайте ее распакуем. И вот он наш смартфон. Да, в заводской пленке. Все здесь. Это глобальная версия. Что у нас тут по памяти? Цвет Yellow, как я и заказывал. Базовая версия 4.64. Ну что, давайте будем смотреть. Первый раз открывается коробка. Так туго. И вот, что нас встречает в коробке. Так. Здесь что у нас сразу? Смотрим. Иголка для извлечения лотка, документация и силиконовый чехол. Сейчас покажу, какого качества. Ну да, обычный силиконовый чехол хорошего качества. За это спасибо. Это отложим. Так, у нас сам смартфон желтого цвета. Что еще здесь? Кабель. Хорошего качества USB Type-C кабель и зарядный блок на 22,5 ватта. Хотя смартфон поддерживает 18-ваттную быструю зарядку. Ну вот и все по комплекту. Переходим непосредственно к смартфону. Смотрите, на самой пленке, этой клеенке написаны характеристики главные. MediaTek Helio G99, 50-мегапиксельная основная камера, 90 Гц, Full HD Plus дисплей, 5000 мАч батарея, быстрая зарядка. Это основные особенности нашей новинки. Так, достаем. Ух ты, такие ровные грани. Непривычно, непривычно, друзья, для Poco. Как вам такой цвет? Напишите в комментариях, как вам желтый цвет. Мне лично такой цвет нравится. Два глазка камер, даже три. Основная на 50 мегапикселей и две 2-мегапиксельные бесполезные камеры. Логотип Poco. Так, с правой стороны у нас эта кнопка включения, она же сканер отпечатка пальцев, качель громкости сверху. Сверху у нас 3,5 мм аудиоджек. И это микрофон для шумоподавления или инфракрасный порт. Я не знаю. Дальше. Лоток для сим-карт. Давайте сейчас его проверим. Так, полноценный тройной слот, друзья. За это, конечно, Poco спасибо. Ну и на нижней грани порт Type-C, микрофон и мультимедийный динамик. Да, здесь динамик у нас один. Сверху у нас расположился каплевидный вырез под фронтальную камеру и слуховой динамик. Давайте сделаем первое включение. Да, кстати, наклеена пленка на экран. Пока смартфон загружается, давайте немножечко подождем. Обратите, пожалуйста, внимание на рамки внизу экрана. Такой массивный подбородок. А это, кстати, инфракрасный порт у нас. Микрофона для шумоподавления здесь нет. Ну что ж, давайте продолжим нашу настройку. Вот наш смартфон уже загрузился. Вот такой Poco Launcher нас встречает из коробки. Лента Google новостей. Да, прилетают обновления. Все загружается, скачивается. Ну вот, шторка задач. Включен NFC у нас. А с этой стороны у нас все уведомления, которые приходят. Ну, первое впечатление, в принципе, работает нормально, 4.64 по памяти. Давайте зайдем в настройки и о телефоне. Да, 13-я MIUI у нас на борту, 12-й Android. Все параметры, 4 гигабайта оперативной памяти, плюс 1 добавочный гигабайт. Процессор Helio G99, 2,2 ГГц, максимальная частота процессора. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Дальше блокировка экрана. Зайдем пробуждать для показа уведомлений. Карусель обоев, стиль часов, блокировки,
быстрый запуск камеры, спящий режим я установил после 5 минут бездействия. Дальше экран. Давайте зайдем в экран. Темный режим есть по расписанию. Яркость. Да, яркость. Вот минимальный порог яркости. А вот это, ну, поставлю где-то процентов 85-90. Дальше режим чтения отключен. Цветовая схема. Рекомендуемый. Установлен. Частота обновления. Да, друзья, здесь можно выставить 90 Гц или 60 Гц по умолчанию. Поставим 90 Гц. Шрифт, размер текста, центр управления, вот безграничный экран. Сразу включу жесты, чтобы не было этих наэкранных кнопок. Пишите в комментариях, вы пользуетесь жестами или наэкранными кнопками. Включу поворот экрана, центр управления. Можно задать центр управления, индикатор батареи. Я вот такой поставлю, чтобы проценты были. Да, есть скрытие выреза. Можно скрывать вырез. Вот так. Можно не скрывать. Вот такие настройки MIUI. Дальше. Давайте посмотрим, что у нас. Звук и вибрация. Хорошо. Давайте послушаем, какие здесь предустановленные мелодии. Ну, мелодия. Да, динамик здесь один, но достаточно громкий. Как по мне, так неплохо. Стандартные мелодии MIUI неплохо. Пишите, что думаете о звуке. Мне лично звук понравился. Да, немножко видно микрофрезы, телефон новый. Все настраивается, все обновляется. Рабочий стол. Все здесь стандартно для MIUI. Корректно все переведено на русский язык. Обои, темы. Все это можно под себя уже настраивать и устанавливать. Пароли. Да, можно сканер отпечатка, разблокировка по лицу. Это я все настрою и в полном обзоре вам все покажу. Батарея у нас на 5000 мАч. Разряжается ровно. Хорошо. Ну, вот такое вот первое знакомство у нас с этим аппаратом. Пишите, купили бы вы такой аппарат себе. Ну, а мы давайте сейчас протестируем камеру. Меня интересует эта камера на 50 мегапикселей. При использовании приложения, что мы здесь имеем? HDR здесь есть. Профили, документы. Дальше видео. Так, настройки видео. Максимально Full HD 30 FPS снимает. Настройки. Так, что здесь в настройках? Все, 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 все здесь стандартное. Стабилизации я здесь, друзья, не вижу. Фото. Давайте выберем. Фото 9 к 16. Есть портретный режим, ночной режим, ну и еще дополнительный режим 50 мегапикселей, панорама, замедленная съемка, таймлэпс и так далее. Ну что, давайте сейчас проверим нашу камеру. Для теста я взял монету 2 лари. Так, ну и фронтальную камеру тоже протестирую. Ну вот как-то так, друзья, как-то так. На этом у нас первое знакомство подошло к концу. Пишите, что думаете об этом телефоне. Ну а у меня на этом все. С вами был Вячеслав. Всем пока!